Сейчас. Да, интересно, что у Кира Магомедов даже постарше своего соперника. Оба предпочитают не раскачиваться красиво с разворотом. Пирамида! Отсекает сейчас Гаджимурада! Как жестко на этот лоу-кик среагировал. Дабл-джаб. Настоящий бьется по окружности, но готов вот так отвечать. И тут же очень большая скорость. Работа КПК-ка! Очень опасно, это может быть, как кавер. Не подсказываю, поймаешь. И сейчас очень эмоциональный угол реагирует на попадание на этот. Здорово навстречу ВВК. Пытается зацепиться за тейкдаун, не удается. Как будто бы с таким слишком большим желанием Кира Магомедов атакует в этом поединке. И оно немного мешает. Встреча удалось руки все-таки завести за Кира. Цепляется на всех временами. Гаджимурад, и удается затащить все-таки на канва. Эппо не подать! Приятный удар в голову. Встает Гаджимурад. 10 секунд остается до конца первого раунда. И какие-то встречные движения. И сейчас посмотрим, Гаджимурад Кирамагомедов tries to... Дается, достает вроде бы на челюсти Гаджимурад. Абубакар на встречу стоит. Да, прямо летает Гаджимурад. По корпусу проходит удар у Кира Магомедова. Абубакар tries to... Говорится. Пошел работать коленями Гаджимурад здесь. Вокально качнулся Абубакар. Еще один оверхэнд. Наваливается Гаджимурад очень неудачно. Причем абсолютно по собственной причине. Играет у него. Великолепные были попытки. И вновь оказывается на колоссе Гаджимурад Кира Магомедова. Здесь вроде бы только выйдет нарушающий. Здесь не хватит рычага, полагаю. Both fighters are on the ground, and as you can see, Абубакар Вагаев because he controlled. The third round starts now. Гаджимурад uses double check and right hand, but as you can see, Абубакар. Да, даже секундомер у нас еще не успел появиться, но обычно его уводит через 10 секунд после начала раунда. Ну и, соответственно, там на 7 или на 8 секунде раунда Вагаев уже прижимает Кира Магомедова к сетке. Классическая история в тайском боксе. Right now they are at the clinch. Попытка поработать коленями, но тут же теряет проход Абубакар Вагаев. Не дает возможности ему безболезненно пройти. Корпус все-таки отдает Гаджимурад, сразу же садится для того, чтобы не забрался за спину. Плотно прилегает к сетке. Она обозначает эту активность. Не останавливается ни на секунду Абубакар Вагаев для того, чтобы не поднимал Радиви. Стойкий шею локоть Вагаев. Right hand. Добавляет еще. Абубакар Вагаев. Гаджимурада Кира Магомедова, благодарит его за поединок. Единогласным решением судей победу одержал Абубакар Вагаев. Абубакар Вагаев won this fight.